Регулярно глава района проводит рабочие встречи с руководителями предприятий, а также их коллективами. На днях Роман Синеговский побывал в станице Петровской. Здесь уже 14 лет работает завод-изготовитель высококачественной одежды из трикотажа «Белара». Глава района встретился с руководителем предприятия, а также коллективом сотрудников. С подробностями наши корреспонденты. «Белара» – производитель трикотажной одежды, которому доверяют. На рынке Славянского района предприятие уже 15 лет. Производство идет полным ходом. Здесь действуют три отдела – технологический, производственный и коммерческий, в которых трудятся 77 человек. Предприятие не раз получало декларации качества на применение знака «Высококачественные товары Кубани» и 100 лучших товаров России. На днях с рабочим визитом глава района побывал в «Беларе», пообщался с руководителем предприятия Ларисой Беловой, а также с коллективом работников. Хотел просто пообщаться, послушать те проблемы, которые вас беспокоят. Может быть, в двух словах рассказать о нашей работе, о взаимодействии районной администрации и администрации поселения. Потому что больше вы общаетесь с Владимиром Ильичем, наверное, это и правильно, потому что он непосредственно глава вашего поселения. И основные нужды и проблемы, которые связаны с бытом, с дорогами, с тротуарами, с коммунальным хозяйством, больше должен решать его. Но, как мы говорим, мы одно целое. Администрация Краснодарского края, администрация Славянского района, администрация поселения. Не разделяем порой свои полномочия, хотя 131 закон четко разделяет, кто за что отвечает. И совместно стараемся решать те проблемы, которые в целом сегодня у нас есть. Глава района рассказал об итогах 2013 года и планах на 2014. О том, что при поддержке муниципальной власти делается в Петровском сельском поселении. Жители пообщались с Романом Синеговским, задали интересующие их вопросы, основная часть которых касалась ремонта дорог в станице и уличного освещения. Поэтому мы стараемся любые методы пробовать, использовать, для того, чтобы были, как говорится, лишь бы были результаты. Мы должны общаться, слышать, где-то получится ответить, где-то не получится, но другого пути, как говорится, нет. Поэтому, чтобы не отвлекать вас, хотел сказать, что мы доступны, всегда услышим, во всяком случае, все сделаем для того, чтобы решить вопрос, постараться его решить. После рабочей встречи глава района осмотрел цеха предприятия, где сотрудники изготавливают изделия на современном высокотехнологичном оборудовании. Кроме «Белары», Роман Синеговский посетил еще один объект станицы Петровской – бойцовский зал, который вот-вот будет готов принять желающих заниматься борьбой. Глава района проверил качество выполненных работ. Для спортсменов здесь предусмотрено все – спортзал, санузел, раздевалки. Планируется, что к концу марта ремонт будет завершен. Рузана Ефимян, Михаил Варгулев, Георгий Калинин. Программа «События».